В 2015 году уложено 228 тонн асфальта. Это около 60 километров дорог. Рекордная цифра за последние 20 лет. Об этом говорили на коллегии в Дагестан-Автодоре. На встрече подводили итоги работы ведомства за минувший год. Также обсудили послание главы республики Народному собранию. Загид Хучбаров в своем докладе рассказал о том, что удалось сделать в 2015-м. Так, за год завершили строительство дороги в аэропорт. Реконструкцию самого аэровокзала, уложили асфальт до трех районов. Курахского, Гумбетовского и Чародинского. Хучбаров также отметил, что основной упор был сделан на качество дорог. По темпам строительства дорог Дагестан-Автодор вышел на первое место в стране. Я еще раз подчеркиваю, ни одного субъекта нет таких темпов, чтобы в разы были уложены асфальт, в разы были выполнены земляные работы. То, что сейчас реконструируется и строится, это самым лучшим качеством в стране строится. Это тоже правда. Вот мы видим прекрасно аэропортовскую дорогу. Говорили и о планах на текущий год. На строительство дорог уже выделено около 1 миллиарда рублей. Планируется завершение автодороги Махачкала-Каспийский, укладка асфальта еще до 4 райцентров Ахвахского, Кулинского, Цумадинского и Кверотинского районов. В целом построят и реконструируют почти 40 километров дорог и 8 мостов.